Повышение скорости судов на подводных крыльях достигается благодаря тому, что основной объем судна вынесен в среду с низкой плотностью, воздух, а это предопределяет малое сопротивление воды. Поддерживающая сила обеспечивается не вытеснением воды, а подводными крыльями. Однако и для судов рассматриваемого типа скорость не может превышать определенного предела. При больших скоростях вода как бы вскипает. Это грозное явление называется кавитацией. Пузырьковая кавитация разрушает стенки конструкции. Когда отдельные пузырьки сливаются, они образуют устойчивую каверну. Этот режим течения называется развитой кавитацией. Образование каверны наиболее привычно наблюдать при погружении тел в жидкость. Высокоскоростное движение по свободной поверхности воды характерно для глиссирующих судов. А также для гидросамолетов в режиме взлета и посадки. Итак, развитая кавитация, скоростное погружение в воду и глиссирование объединены общим названием течение жидкости со свободными поверхностями и составляют содержание настоящего фильма. Исследования обтекания тел при их движении в воде проводят на экспериментальных установках, в основном в опытовых бассейнах. Возникновение развитой кавитации при сравнительно малых скоростях движения экспериментальной тележки с моделью можно добиться путем принудительной подачи воздуха в срывную область течения за диском-кавитатором. В этом случае говорят об искусственной кавитации или вентилируемых кавернах. Картина течения с развитой кавитацией определяется размером и сопротивлением кавитатора, скоростью его движения, V нулевое, давлением в невозмущенной среде, P нулевое, и давлением в каверне, PK. Поверхность каверны, примыкающая к кавитатору на значительном протяжении, имеет плавные и четкие очертания, прозрачные. В хвостовой области происходит разрушение стенок каверны, образование двухфазной пенообразной смеси. Подобие развитых кавитационных течений устанавливается с помощью безразмерных критериев. Определяющим критерием является число кавитации, которое представляет собой отношение разности давлений к скоростному напору. Важную роль играет также число Фруда, выражающее отношение сил инерции к гидростатическим силам. Объемный расход газа поддува влияет на величину числа кавитаций. Установим число Фруда постоянно. При малых расходах газа число кавитаций велико, а каверна имеет малые размеры. Повышение расхода газа приводит к уменьшению числа кавитаций и, соответственно, к возрастанию габаритных размеров каверн.
малейшее увеличение расхода газа сохраняет отмеченную тенденцию. Однако существует некоторое минимальное число кавитации, уменьшить которое не удается никаким увеличением расхода газа поддува. Дальнейшее повышение расхода приводит к разрушению стенок каверн. Унос газа из каверны происходит либо порционно, по кольцевым вихрям, что соответствует большим числам кавитации, либо по продольным вихрям, что соответствует малым числам кавитации. Последний случай характерен только для вентилируемых каверн. Вентилируемые каверны изучают также в гидролотках, используя принцип обращения движения. Хвостовые области горизонтальных каверн в весомой жидкости всплывают. При малом числе пруда, сейчас оно равно 3, всплывание каверны велико. При увеличении числа пруда до 10 и 15 всплывание последовательно уменьшается. А при числе пруда, равном 25, каверна приобретает практически осисимметричную форму с почти горизонтальной осью. При вертикальной ориентации оси каверны происходит радиальная деформация ее сечений. Хвостовая область расширяется, как бы всплывая. Общая длина каверны уменьшается. Кадры, полученные скоростной киносъемкой, демонстрируют каверны в вертикальном потоке за диском и конусом. Установка диска кавитатора под углом атаки нарушает осевую симметрию течения. Ось каверны искривляется. Нормальная сила N уменьшается пропорционально косинусу угла атаки дельта. Сила сопротивления X пропорциональна, соответственно, квадрату косинуса угла атаки. Несимметрия течения вызывает появление вертикальной компоненты гидродинамической силы Y, называемой подъемной силой. Вертикальные колебания диска сопровождаются волнообразными возмущениями поверхности каверны. В нижней части экрана – стационарная каверна. Нестационарность поверхности каверны может быть вызвана пульсациями давления в каверне. Следовательное повышение давления приводит к периодическому утолщению каверны. Габаритные размеры и форма каверны зависят от сопротивления кавитатора, которое, в свою очередь, определяется формой последнего. На экране последовательно демонстрируются изображения каверн за коническими кавитаторами с различными углами заострения.
числа кавитации и Фруда во всех случаях одинаковы. Как видим, чем меньше угол заострения, то есть меньше сопротивления, тем меньше габаритные размеры ковер. Погружение тел в воду характеризуется пиковой ударной нагрузкой и сопровождается образованием каверны. Скорость съемки 2000 кадров в секунду. С момента погружения конуса в жидкости формируется встречная брызговая струя, движущаяся вверх по образующей конус. Нагрузка растет до момента достижения струей плоскости донного среза. Эта стадия погружения называется стадией проникания. На последующей стадии, называемой переходной, нагрузки постепенно падают, пока не достигнут значения, соответствующего кавитационной стадии погружения. На свободной поверхности воды формируется всплеск, который в конечном счете смыкается и разрушается. Это всем знакомые фонтанчики при падении тел в воду. Если первоначальное смыкание каверны происходит над свободной поверхностью, оно называется поверхностным. Первоначальное смыкание каверны может происходить ниже уровня невозмущенной поверхности. В этом случае оно называется глубинным. При наклонном входе в воду максимальные нагрузки снижаются, создаются более благоприятные условия для глубинного смыкания. При глиссировании поддерживающая сила создается не за счет гидростатического давления, а за счет динамического взаимодействия корпуса судна и воды. Вследствие уменьшения смачиваемой поверхности глиссирующего тела, его сопротивление значительно меньше, чем у судна водоизмещающего типа. При глиссировании пластины отчетливо видны подпор жидкости в передней области течения и опускание свободной поверхности за пластиной.
конденсирование цилиндрического корпуса сопровождается формированием брызговой струи, определяющей величину брызгового сопротивления, а также интенсивным волновым движением жидкости за кормовым срезом. Это приводит к появлению волнового сопротивления. Если на некоторых режимах движения подъемная сила будет превышать вес тела, то оно может выскочить из воды. В этом случае говорят о рикошете. Как было показано, движение тел в жидкости сопровождается сложными, до конца неизученными физическими явлениями. Исследования, проводимые в опытовых бассейнах, гидролодках, на гидростендах, ускоряют поиск новых, эффективных технических решений.